Всем привет! Сегодня у нас 5 июля 2021 года. Пляж Лагуна. Вот туда входим, Лагуна. Вот видите, как море здесь вымыло все. И вот аж куда вода зашла. Смотрите, сорвало стенд парашюты. Сильный ветер здесь, шторм. Купаются единицы. Вот видите, парашюты разорвало, всю вывеску, парашюты улетают. И сейчас вам покажу море. Я искупался, водичка теплая, но, конечно, очень-очень грязная. Волны огромные, купаются совсем единицы. Сейчас я вам воду покажу. Тина, грязь, песок, все наволокло таким штормом. Вот. Сторону Анапы картина пасмурно. Да, и кстати сообщить, сегодня, значит, в Витязево в такой шторм сильные тягуны в море утаскивает. И в Витязево сегодня ребенок и двое взрослых утонули. Поэтому все, кто не уверен в собственных силах, не очень плавает, лучше в такую погоду не купаться. Ну вот видите, многие бегут. Я искупался на волнах, побесился, все классно. А вы вот посмотрите еще раз, какой шторм и какие волны. Это пляж Лагуна, кстати, на Пионерском проспекте возле отеля «Ласковый берег». Это вот в сторону Витязева, Благовещенки. Больше народу. Вот видите, спасатели кричат все на берег. И вот еще раз показываю, как все размыло. И вот видите, куда море, какую канаву вымыло. Вот такая сегодня ситуация на пляже. Видите, кричит, купание запрещено, выходим на берег. Вот в красной курточке типочек. Но завтра уже будет лучше, дождя не будет, а с четверга солнце и за 30, и уже не будет волны, можно будет купаться, отдыхать. Но такие волны тоже нужны морю. Впечатляюще, конечно, смотрятся волны. Еще раз повторю, в Витязево сегодня утонуло двое взрослых и ребенок. Тем не менее, все welcome to Витязево Village. Всем пока-пока, чао.